Я бы рекомендовала Михаила как психолога, потому как в жизни каждого человека наверняка происходит трэш периодически. И умение оставаться стабильным, эмоционально собранным в этот момент, оно влияет на последствия этого стресса. Вот. А стресс мы переживаем в жизни каждый день практически. Вот. И иногда его уровень просто зашкаливает. И настолько важно в этот момент уметь собраться внутренне, осознать свое состояние и двигаться дальше в этом потоке, просто снижая уровень стресса. Вот эти навыки и появляются благодаря общению с Михаилом. Поэтому я рекомендую использовать эту возможность, пока Михаил здесь, в городе Новокузнецке, ведет консультации, и у него его время можно забронировать не за полгода вперед, да, за, там, на следующей неделе, например. Пользуйтесь этой возможностью.